Сюжетная линия, на которую искусно нанизаны, словно самоцветы, яркие номера. Это отличительная особенность большинства проектов Гии и Радзе. Новое шоу – это тоже единое полотно повествования, канва которого – путешествие по пяти континентам. Заслуженному артисту России Гии Эрадзе удалось на одном манеже цирка объединить все части великих цивилизаций мира. О том, как первое премьерное путешествие прошло в Рязани, после шоу поделились артисты Росгос. Цирка. Рязань нас встретила овациями, аплодисментами. Все за кулисами, конечно, волновались, и подопечные наши тоже. Это сегодня было заметно. Спасибо большое рязанскому зрителю. Сегодня в зале присутствовал мэтр, профессор, академик в нашем деле, а именно дрессировщик тигров Николай Карпович Павленко. И он сидел как раз в моем секторе в двух рядах от меня. И я старался на него не смотреть, но я чувствовал его взгляд. В шоу «Пять континентов» рязанский зритель познакомился с невероятным количеством животных. Пантеры, большие тигры, грациозные леопарды, лошади различных мастей, уникальные канадские бизоны. В наше время сложно удивить зрителя, так что мы делаем все возможное, чтобы наш зритель был доволен, и будем стремиться к тому, того, чего нет. Это было невозможно, но наш продюсерский центр «Королевский цирк», «Пять континентов», мы этого добились. Мы сделали это, и теперь радуем глаз зрителя, чтобы наш зритель был счастлив, был доволен, получил вот этот адреналин от этих наших бизонов. Я думаю, у нас это получилось, и не только бизоны, но все артисты, все животные сегодня выложились на все 100%. Они очень сильно нервничали, и я думаю, у нас сегодня все получилось. Трюки воздушных гимнастов переносят публику в настоящий подводный мир. Вода и воздух на манеже цирка сплетаются воедино на глазах восхищенных зрителей. Акробаты на дорожке представляют парад стран, демонстрируя единство и празднуя равенство в это непростое для мира время. Утонченная эквилибристка на зеркальном шаре демонстрирует виртуозное владение обручами. А пара силовых акробатов с немыслимыми трюками заставляют сердца замереть. Нет никакого секрета, только тренировки, труд и много лет опыта. Можно сказать, до сих пор мы занимаемся над ним, требует очень много тренировок. Уникальный баланс. Волнительно выходить на арену с премьерой артистом российской государственной цирковой компании, причем как людям, так и животным. Но и те, и другие представители продюсерского центра Гии Эрадзе сцену любят и живут ею. Они очень любят сцену, но как и люди, они тоже на премьеру нервничают, они немножечко, может, ведут себя по-другому. Но для зрителей это абсолютно незаметно. Они тоже выложились сегодня на все 100 и получили свои овации, в том числе, как и все артисты. Коллектив является рекордсменом по количеству наград у артистов. Создатель шоу «Пять континентов», заслуженный артист России Гия Эрадзе, обладатель множества высших наград, как российских, европейских, так и мировых цирковых конкурсов и фестивалей. Также является обладателем самой престижной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля в Монте-Карло. Увидеть великолепное шоу в Рязани можно всего лишь до 16 июля. Поторопитесь. Дорогие друзья, дорогие рязанцы и не только. Гия Эрадзе – это прекрасная фирма, которая уже бренд, который завоевал сердца не только России, но и за рубежом. Поэтому, друзья мои, приходите к нам в цирк. Нам в гости, потому что это незабываемое шоу. А мы вам сделаем смешно. Будет очень интересно. Мы гарантируем.